Заместитель директора свинокомплекса кричал с балкона о том, что не сумасшедший. Инцидент произошел в Троицке. Жители дома были просто в шоке от такого поведения мужчины. Люди, я не сумасшедший! Я не сумасшедший! Я в здравом смысле, я знаю, кто хочет отжать бизнес! Крики с балкона третьего этажа слышал весь двор, но место вызвали службу МЧС. Ведь он мог сорваться вниз. Когда спасатели поднялись по автолестнице, начали вести с ним переговоры. Казалось, мужчина успокоился, но вдруг снова сорвался на крики. Телефон мой! Но если я позвоню, будет взрыв! Крикуном оказался замдиректора по режиму и безопасности мясоперерабатывающей корпорации. Спасатели завели его в квартиру и передали врачам. У мужчины констатировали нервный срыв. По некоторым данным, у него была мания преследования.